Американская корпорация Ben & Jerry's объявила, что отныне не будет продавать свое мороженое на оккупированных Израилем палестинских территориях западного берега реки Иордан, а также в Иерусалиме. Это противоречит нашим ценностям, говорится в заявлении руководства компании, основанной в 1978 году Беном Коэном и Джерри Гринфилдом. При этом поставки в Израиль будут продолжены. «Теперь мы, израильтяне, будем знать, какое мороженое не покупать», — сразу же отреагировал на это бывший израильский премьер Бенямин Нетаньяху. А нынешний глава правительства Нафтали Беннет заявил, что компания совершила ошибку моральную и ошибку в бизнесе. Осудил этот шаг и МИД Израиля. «Это позорная капитуляция перед антисемитизмом, BDS-движением за бойкот, отчуждение, санкции против Израиля, перед всем злом в антиизраильской, антиеврейской риторике. В более чем 30 штатах США приняты законы, запрещающие подчинение BDS. Я собираюсь пройтись по всем этим штатам и потребовать, чтобы они применяли эти законы против Бен и Джеррис. Пусть они не думают, что смогут безнаказанно обращаться с нами таким образом». Около 500 тысяч израильтян проживают сейчас на западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Власти Израиля считают, что имеют законное право на эти территории, которые были заняты в результате арабо-израильской войны 1967 года. А мировое сообщество, в частности Международный суд ООН, официально признали эти территории оккупированными Израилем.